Всем привет! На улице такая прекрасная погода. Мороз, солнце, ветра нет. Не сказала бы. Пока до дома дойдешь, то замерзнешь, то жарко станет. Ладно, ведь у нас-то на студии тепло и уютно. Поэтому давай быстрее начнем нашу передачу. Тем более мне уже не терпится поделиться новой поделкой. Итак, наша детская информационно-развлекательная передача «Переменка» начинается! Ну что, Рита, ты готова? К чему? К поделке. А, всегда готова. Кстати, теперь наши поделки будут выходить отдельной рубрикой каждую пятницу в 8 вечера. Одной звезды на полке, бумажной, которую мы делали в прошлом выпуске, будет маловато. Поэтому сегодня я вам покажу, как из обычных веток, веревки и ножниц сделать прекрасную, красивую звезду. Для этого нам понадобится веревка, ветки, ну и ножницы. Возьмем и пойдем на улицу и нарвем веток. Они должны гнуться и быть различные. У меня это от яблони, от кустарников и от березы. Сделаем каркас нашей звезды. Возьмем маленькие тоненькие веточки и разрежем их. Таким образом мы будем определять, какого размера у нас будет звезда. У нашей звезды 5 концов. Выкладываем ее. Не бойтесь, если звезда у вас будет получаться неровной, ведь чем больше веток, тем красивее и пышнее звезда. Теперь возьмем ветки побольше и положим их в те же места. Теперь возьмем веревку, бечевку и свяжем наши прутики в лучах звезды. И аккуратно подкладывая веревку, чтобы наша звезда не сбилась. Не старайтесь красиво завязать узлы, ведь в конце, когда мы сплетем нашу звезду, мы их снимем. Также вместо простых веток вы можете использовать ветки хвойных деревьев. Это будет красивее. Теперь в местах, где у нас ветки соприкасаются, вот здесь, мы также свяжем веревкой, чтобы звезда имела форму и не распадалась. Вот такая основа у нас получилась. Теперь вплетаем в нее ветки. Чем больше, тем лучше.
Если у вас звезда не похожа на звезду, не бойтесь, ведь в конце мы придадим ей форму с помощью ниток. Теперь, собрав все ветки в одном лучике и связав их узелком, мы будем обматывать нашу звезду, тем самым придадим ей форму. Теперь подровняем наши лучики. Теперь для большего объема добавим еще веток. Берем несколько тоненьких веточек, складываем их, и между вот этими большими ветками можем их вставить. Чтобы они не выпали, плетем их между ветками. Вот такая звезда у нас получилась. Если вы захотите повесить ее на стену, можно, конечно, сделать петельку, а можно и так повесить, будет держаться. Если вы сделаете звезду из хвойных веток, то тогда можете украсить ее шариками, либо же обвить гирляндой, и она будет светиться. Всем известно, что 2018 год – это год волонтера. Илья, а как ты считаешь, что такие волонтеры и добровольцы? Ну, это такие люди, которые занимаются безвозмездно общественно важными делами. А что? Да просто 5 декабря в Искитиме прошло закрытие года волонтерства. 5 декабря отмечается День волонтера. В минувшую среду в Искитиме прошло мероприятие, приуроченное к этой дате. 2018 год президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным был объявлен годом добровольца и волонтера. И сегодня ваш праздник, а значит, вам сегодня можно все. И собирались волонтеры всего нашего Искитимского района, приняли участие. У нас 7 общеобразовательных школ, был центр профобучения, это Агролес, были волонтеры практически всех наших сельских и поселковых советов, все активисты, кого решили выделить их наставники по итогам года. Именно этими качествами обладали ребята, прибывшие в Дом культуры имени Ленинского комсомола, чтобы подвести итоги уходящего года. Я хочу сказать, что добровольчество вообще это вопрос ответственности и серьезности, потому что, опять-таки, то, о чем говорили, организация мероприятий – это только один очень узкий аспект деятельности. Если посмотреть по всему миру, где участвуют добровольцы, какие деятельности они вовлечены, это очень опасная, серьезная деятельность. Сегодня я участвовала в качестве волонтера. Недавно, в ноябре, проходила смена в Искитимском районе. Смена активистов Российского движения школьников в Искитимском районе. Вот, там я работала вожатым, была добровольцем,
руководителям. Также в промежутках между награждениями всех участников поздравили музыкальные коллективы. Добровольчество многих сподвиг стать волонтером, помогать людям, участвовать во всех общественно важных и полезных мероприятиях. И мы надеемся, что даже после окончания этого года в нашем мире будет становиться все больше и больше желающих сделать доброе дело. У нас в Искитимском районе действует волонтерский корпус Искитимского района. Сейчас у него новый председатель Нина Просекова. И они есть в нашей группе в социальных сетях «Молодежь Искитимского района». Если вы хотите стать волонтерами, приходите к нам, пожалуйста. Пишите заявление, пишите нам личные сообщения, мы расскажем как. А еще можно я сразу приглашу всех ребят на форум молодежи. Все от 14 до 35 лет. У нас 21 по 23 декабря пройдет форум молодежи Искитимского района. Там будет три направления. Будет КВН, будет социальное проектирование, и третье направление традиционное – это добровольчество. Если вы хотите, подавайте заявки. Знаешь, я являюсь постоянным участником конкурса «Поверь в себя». Каждый раз радуюсь, как ребята, несмотря ни на какие трудности, открывают в себе таланты. Это здорово! Поверь в себя, ты сможешь. Делай, пробуй, и у тебя это получится. Перед тем, как принять участие в ежегодном фестивале «Поверь в себя», участники слышат эти слова поддержки от своих родителей. Ребята начинают готовиться к значительному событию за несколько недель до фестиваля. Учить слова песен, стихотворений или движения танца, а может и ноты. У участников очень много талантов, один из которых связан с воображением и их руками. Я говорю про выставку декоративно-прикладного творчества. Ребята с умением рисовали, лепили, валяли шерсть и вышивали. Работы у них получились чудесные. Нельзя было даже сказать, что выполнили их дети своими маленькими ручками. Выставка получилась яркой, красочной, необыкновенной. После выставки все гости с участниками прошли в концертный зал для продолжения фестиваля. Смелее, пройти сумеем.
сто путей, но среди них наш путь один. Всегда вперед мы победим. Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы. Дорогой прямой, так легко и свободно, круче всех впереди. Умным быть это модно, ты ведь с нами иди. А в силу, все путь смелее, пройти сумеем. Сто путей, но среди них наш путь один. Всегда вперед мы победим. Несмотря на волнение и боязнь забыть слова, ребята бесстрашно выходили на сцену и представляли свои номера. Какие же все-таки молодцы, ничего не боялись. На этом мероприятии ребятишки могут себя показать и на других посмотреть. Фестиваль является стимулом для развития, для их самоутверждения и раскрытия своего таланта. Слушай, а ведь сюжеты уже закончились. И правда, так быстро время летит. Вот только начали передачу, и уже пора прощаться. Так не хочется уроки делать. Ты права. Кстати, я уже уроки сделал, поэтому смело могу отдохнуть и пойти прогуляться, и насладиться этим морозным вечером. Да, погода и правда хорошая. Ну а сейчас нам пора прощаться. Пока-пока!